собрались в Жениной квартире, чтобы доделать... Притоним. Чтобы доделать задание по учебе, потому что там близится конец семестра. А я на разливе сегодня. Ой, девочки. Вот, надеемся сегодня все доделать. Ну как? Мы сейчас немножко поделаем, а потом доделывать все я буду. Ну и да, и все. Надеюсь сегодня выложить сторис. Или на продуктивном, на ППшном водичка. Пиццу уже съели просто. У нас там еще чизкейк лежит. Блин, твой локоть у меня в видео. Всем hello. Это новый день. В новых очках. Как вам? Мне нравятся. Они сделаны опять под Prada, что ли. Или под какие-то... Короче, да. Вот тут значок такой у Prada вроде бы. Но, к сожалению, это очки Smilberries. И сейчас я вам покажу свою коллекцию очков, которые я заказала на АВБ. В Инстаграме я тоже покажу. Там все ссылки, артикулы будут. Вот, а сейчас я вам просто покажу. А так, приходите в мой Инстаграм, чтобы найти ссылочки. Как смотрятся другие очки. Мне они очень нравятся, но мне не нравится из-за того, что они есть практически у всех, но, конечно же, мне они тоже нужны были, просто разнообразить образы. Вот, по-моему, классно тоже смотрится с каким-нибудь таким спортивным стилем. Да и так, в принципе, хорошо. Вот так вот. Далее вот такие довольно-таки необычные, и они мне не так идут, как те, но... У меня есть желтые свитеры два, и они так классно смотрятся с образом свитерами желтыми, потому что тут желтые линзы, короче. Но думаю, тоже прикольно, почему бы и нет, я подумала. Поэтому, да, может, кому-то вообще идет квадратная форма, поэтому для кого-то это будет супер. Вот эти, они уже старые, им уже год, они с Шейна. Поэтому ссылочки в принципе не будет априори. Сделаны они под Versace. Вот. Да, нет у меня как бы оригинальных очков, но не знаю, зачем мне оригинальные, если можно так сказать, они ничем не уступают. Как, по качеству, конечно же, не так, но все равно носить можно. Они не ломаются, никакие из тех, ничего. Вот, отлично, у меня уже год служит, надеюсь, те тоже прослужат, поэтому мне супер, мне нравится разных цветов, почему бы не иметь столько очков, вот. Поэтому, да, переходим в мой Инстаграм, чтобы найти ссылочки на все очки. Короче, а я собралась куда-куда на съемку. В прошлом влоге вроде я тоже собиралась на съемку, но так не сказала, куда. Я снимала для бренда Кэшер, вот. Сегодня я буду снимать, ну... девушку, индивидуальную съемку, точнее. Вот, поэтому, да, такие дела. Очень мне это нравится, прям. Любимое дело, я готова даже встать в 6-5 утра, потому что сейчас вот, сколько, 8 утра, ой, да, 8, и я скоро поеду, я все-таки решила поехать на такси, потому что на такси ехать 15 минут, а если на метро, то час. Это потому что мне нужно от Красной ветки до Петроградки, и если так присаживаться, очень долго, а так, если... До Петроградки мне прям 15 минут на машине. К сожалению, своей машины пока что нет. Да, вот. Вчера я постирала, как видите, что это плед. И наконец-то он нормально пахнет, потому что я купила кондиционер для стирки. Вот, и раньше я пользовалась просто порошком, и оно вообще не имело запаха, и как будто не свежее было, а сейчас нормально. Вот, поэтому, да. И у нас скоро будет распаковка посылочки, но пока я не успеваю заснять, потому что мне много чего есть вам показать, но опять же таки времени нет. Вот, такие дела. Такой у меня лук total black просто. Как обычно, я завела волосы и заколола их, потому что мне не нравится. Я хочу, чтобы у меня волосы собраны были, а не мешались мне в лицо, там... не прилипали к губам и так далее. Поэтому, да, так это неплохо. Такой,
такой лучок. Прям не знаю. Говорила, что весна хочет чего-то яркого, в итоге я. Как обычно. Берем еще одну посылочку. Страшно. Окей, let's go. Я даже не знаю, что там. Яндекс.Такси. Опять у меня тут хаос какой-то. Окей, пропустим этот момент. Вот такая посылочка тоже. Отправляется сюда стоять. Угу. Кайф, кайф, кайф. Я хотела бы пожаловаться, что у нас очень жарко, и поэтому я сижу в коридоре, потому что это единственное место, где я могу сидеть нормально, и тут не жарко. Я не знаю, почему у нас до сих пор не отключили отопление, это вообще какой-то бред, когда на улице и так жара, и еще и дома отопление, это ужас. Короче, поэтому я вот сижу, пью водичку, засняла рекламу, устала. Тяжело. Сейчас посижу еще чуть-чуть и сниму рилс. Да. Девочки, смотрим мой look of the day. Нацепила, нацепила все, что можно. Как сорок, чтобы все смотрели на нее. И на самом деле, ну просто настроение такое, знаете, вот что-то вот добавить нужно. Поэтому в итоге добавила сережки, чокер, кольца. Вот просто везде. Почему у меня тут два кольца? Что? Короче, да. Хотелось бы пойти в одной рубашке, конечно, и вот так бы заправила, оп, и пошла. Но на улице вечером не тепло, сейчас уже 7 вечера будет, поэтому вот так вот. Но тоже неплохо, знаете, такой стиль, я даже не знаю, как описать его. Красиво, красиво, я считаю. Не спрашиваю вообще, как у вас, сама вот решила, что красиво, вот и все. Настроение у меня такое. Вот вы не подумайте, что я такая позитивная все это время, меня еще так болтает туда-сюда. Я не знаю, у меня скачет настроение туда-сюда, туда-сюда. Типа сейчас я веселая, а вот час назад нет. Час назад я опять, два часа назад я была веселая, три часа назад я не была веселая. Короче, этот все ретроградный Меркурий ваш, он меня уже вот так вот тут сидит. Ну ладно, не будем о плохом, я иду гулять, отдыхать и все. Мне кажется, я стала амбассадором цеха уже. Потому что я снимаю его в каждом влоге цех. Я не хотела переодеваться на улице, это был какой-то бизнес-центр. И вообще все люди еще смотрели на меня. Как будто первый раз видят, как человек фоткается на штатив. И охранник вечно прям был возле меня. Не потому что там нельзя снимать, но еще что-то просто смотрел. Было мне очень приятно, но мне было все равно. Кстати, дождь такой приятный, теплый. Я очень устала, конечно, но настроение все равно хорошее. Я болезненна. Я не знаю, слышно ли меня. Короче, да. Иду до метро и домой.
домой наконец-таки. Все. Работала. Вообще еще была жесткая подстава с тем, что сегодня прогноз был таков, что жара, солнце 20 градусов. Никакого дождя не обещалось. Соответственно, я фоткаюсь. Вот, и... Ну что, я поехала снимать. Ой, как я только вышла, солнце ушло. То есть, да, понимаете, я весь день дома, полдня дома сидела. Солнце было, пекло, вышло, солнца нет. Через час пошел дождь. Ну ладно, пусть он был не сильный или не миленький. Мне удалось пофоткаться довольно-таки хорошо, поснимать. Это вообще супер. Кабели. Здесь окно 5. Ой, 5 часов, да. Окно 5 часов. Мы приехали все в кабель. Чудесная погода. В общем, у меня 5%, и я решила записать видео. Я иду после чудесного мероприятия в политехе, то есть в моем универе, на которое нас заставили прийти под предлогом того, что если вы не придете, то зачета не будет. Как вам такое? Мероприятие было на тему что-то инженерное, бла-бла-бла. Ну, как бы я учусь на рекламе, да, понимаете, здесь. Потом зашла в цех, после этого все, ушла пораньше, потому что нет, не нужно. Не ставьте мне зачет, ничего не ищет. Так на пофиг мне уже вообще. И зашла в цех, вообще жестко ступила, взяла латте с банановым сиропом. Во-первых, банановый сироп вообще не чувствовался, к сожалению. Решила попробовать, он не чувствовался. Может, не забыли его положить. И зачем мне взяла теплый кофе, когда на улице жара? Я иду, вот, видите как. И потом зашла, забрала посылки с Яндекса. И я сейчас приду, мне нужно будет снять 4 видео для Яндекса. Вот так вот. Все. Смотрите, какие бочки на деревьях уже. Красота. Невероятно. Знаете, я вот сейчас иду, такое спокойное состояние. Мне еще пофиг, что будет. Мне вообще пофиг, как я что сдам. Просто я не хочу уже свои силы на это тратить никак. Переживать. Я лучше буду вот заниматься своими делами и все. Все, надоело. Синдром отличницы, он уже закончился. Короче, я разбирала всю квартиру, просто все эти коробки меня выбесили, я решила их выкинуть и не копить. В общем, да, вот это все нужно выкинуть. Далее смотрим. Пока я рассортировала коробки, нашла там это, я вообще про это забыла, про эти пудры, и я на самом деле не знаю, как им пользоваться. Если кто-то знает, можете написать вообще, как они вам. Короче, не... В общем, я сняла 2 видоса, поэтому, а даже 3, поэтому я могу показать, что у меня было. Это гель для стирки, это гель для... Называется то, чтобы мыть посуду. В общем, мне нравится вот эта фирма, она вообще клевая, и объем просто на 5 лет вперед. И еще пришла вот такая мусорка. Смотрим. Опа! Ну да, хорошо она работает, это просто что-то я затупила. Ну, короче, зато она красиво вписалась в интерьер. Суперская. А так у нас просто пакет валялся до этого, поэтому да. Thank you.
Это вечер пятницы, он такой должен быть. Ну, караоке петь. Бэйби, Алина начала. И на самом деле нормально. Сейчас пойду во вкусную точку, возьму себе домой покушать. Потому что дома у меня ничего нет. Захотелось. Могу себе позволить. Вот такой закат, наверное, красивый. Hello, это New Day. Итак, это новый день, как вы поняли. Я вообще не понимаю, как я снимаю влоги, типа по дням, когда настроение есть. Вот, поэтому разница между отрезками такая большая. Но сейчас я бы хотела уже заканчивать, показать вам что-то новенькое, рассказать что-то о последней мысли. И все заканчивать. И начнем мы с очень классной новости. Я уже рассказала в других соцсетях, но тут тоже нужно похвастаться, поэтому смотрите. У нас новое... Там видно отражение Липтон и мою ногу. У нас новая микроволновка. Точнее, не новая, просто появилась микроволновка у нас. Вот такая она, обзор на микроволновку. Кто заказывал? Еще я не пробовала пользоваться. Не знаю почему, потому что я не ем дома. Короче, да, кто не знал, но я говорила о том, что у нас нет микроволновки, приходилось... подогревать на сковородке, на плите. Вот, и теперь у нас появилась микроволновка вот такая классная. Ну, как, не знаю, по отзывам хорошая была. Вот, обычная микроволновка. Ничего сверхъестественного. Главное, чтобы подогревала. Одна из новых вещей — это вот такой лонгслив бенетон. Черный. У меня еще такой есть белый. Вот, показываю. Потому что я снимала рилс, и поэтому хожу в этой до сих пор одежде. Комментировала пока что. Вот сейчас сяду за влог, когда досниму. Тоже очень классный, качественный образ. У меня был такой... Я прикреплю сюда фотки. С такой повязочкой. Не помню, показывала я здесь или нет. Во влоге, опять же таки, с очками. Очень классно, короче, смотрится. Я даже не знаю, как называется этот стиль, но круто. Я рассказывала то, что мне пришла уходовая косметика Letik. Я попробовала ее. И что могу сказать про скраб? Он пахнет просто божественно. Вот просто невероятно. И не знаю, вот хороший скраб. Мне понравился. Прям, знаете, пахнет не химозным кокосом, а вот реально настоящим кокосом. Классно, короче. Далее делаю обзор на косметику от Самоцвет. Самоцвет, простите. Это натуральная косметика. Вот, первое, что у нас тут, это скраб, бальзам для губ. Тоже пахнет кокосом, прям натуральный, хорошо увлажняет, скрабирует губы. Далее, это хайлайтер. Мне очень понравился, он реально натуральное такое сияние, естественное точнее. Вот, и объем кажется маленький, но так как это там текстура такая плотная, расход реально маленький и... Короче, мне понравилось. Далее, это пудра. Я еще ее не пробовала, потому что у меня нет кисти. И я вообще пудрой не пользуюсь. Я заказала кисть. Поэтому, как придет кисть, тоже скажу свое мнение. Посмотрим. Далее у нас это консилер. Консилер в очень необычной текстуре. Как это называется-то? Как это? Поняли? Он такой рассыпчатый, то есть не кремообразный, не вот это все как обычно. Он такой. И знаете, ничем не хуже, чем кремообразный консилер. Тем более для моей кожи, когда у меня естественный макияж, мне вот подходит максимально. То есть это косметика вот эта натуральная прям под меня сделана, потому что я не сильно крашусь. И мне приятно пользоваться натуральными продуктами, когда нет никакой химии вот этого всего. Далее, что у нас, это стик, это тональный флюид, тон средний, тоже. Очень естественный оттенок, текстура, сейчас вам покажу, подождите. Очень сложно одной рукой, конечно. Короче, вот так он выглядит, прям, знаете, тон создает ровный, но при этом вообще как будто бы ничего нет на коже, никакого...
вот этот слой тоналки, я вообще не пользуюсь тоналкой, но чтобы какие-то покраснения, синяки убрать, хорошо, мне нравится. Говорю, это не для какого-то макияжа супер-пупер, для естественного, как вот я люблю. Далее из нового у меня вот такие кеды. Я в них уже походила по улице. Очень классные кеды, но, к сожалению, размер 39, он мне маловат чуть-чуть, то есть впритык, и ноги немножко натирают. Надо было брать 40-й, а так вот под этот образ, вот под этот образ он прям суперский, ну, под образ, который я показала в начале. Новые кеды и такой вот топ. Подождите. Такой вот топ. Тоже очень классные, распаковки не будет, я тоже снимала рилс и, ну, показываю, как есть, короче, на лето, классный, суперский, и такой же, по-моему, черный у меня там лежит, я еще не распаковывала, потому что мне сначала нужно заснять видео для рилсов, а потом уже показывать, короче, да. Да, все, что у меня есть, я не знаю, зачем я показываю все свои покупки. Ну, не знаю, мне это доставляет удовольствие. Просто показать, поделиться тем, что ей нравится. Может, кто-то искал давно что-то из этих вещей, я делюсь. Вот, поэтому, да, так вот. А вообще, что, о чем бы я хотела поговорить напоследок? Хотела поговорить о том, что вчера я листала архив своих историй для того, чтобы там на улице орут, я закрою. Короче, вчера я листала архив своих историй для того, чтобы оформить актуальное, точнее заполнить актуальное, где купила, чтобы люди у меня не спрашивали по 100 000 раз, хотя я также сохраняю, отмечаю в историях, и просто хотели это актуально и смотрели, хотя все равно уверена, будет вопрос, не суть. Короче, поэтому все приходим в мой инстаграм и смотрим это актуальное. Короче, и что, я долистала до лета, до мая. Мне просто не верится, что уже прошел почти год. Просто это так мало, но за этот год столько всего изменилось, что я только не пережила. И это классно на самом деле, что бы ни происходило, это делает как-то сильнее человека. Хоть какие-то плохие моменты, хорошие. И я стала проще относиться реально таки к каким-то вещам. Не то, что проще. В каких-то моментах я проще, я все равно там могу, меня может что-то довести, но все равно. Просто когда ты столько моментов переживаешь, ты уже думаешь, да блин, все равно все будет хорошо, типа, что ныть? Что ныть-то? Я не знаю, скоро сессия, я думаю, а что переживать? Что вот сейчас в спехе что-то делать? Быстрее там переживать, что у тебя там будет плохая оценка? Ну будет и будет, типа, главное, что все живы-здоровы. Мне сейчас важнее свое состояние, потому что в этот период ретроградного Меркурия я, конечно, не все сваливаю на него, но все-таки есть какие-то моменты, что этот ретроградный Меркурий влияет такие на эмоциональных людей, как я. Вот, и мне просто не хотелось ничего делать. Либо я могла прийти после универа просто плакать, потому что я не хочу там находиться. Ну, это вечная моя проблема. Вот. И сейчас, вот, кстати, вот он должен закончиться 15 мая, еще целых 2 недели, даже больше, но все равно уже чувствуется улучшение в моем состоянии, либо я это приняла, либо вообще дело не в ретроградном Меркурии, а во мне. Но сейчас реально стало легче, и я вообще не переживаю. Вот, не знаю почему, я просто жду момента, когда будут каникулы, и я уже предвкушаю, и да, их вот просто делаю, что нужно. Если не успеваю, я не в панике, это не стараюсь как-то исправить или еще что-то. Просто все размеренно идет спокойно. Как видите, я какая-то спокойная сейчас, а не либо с какими-то суперэмоциями, либо грустно, либо еще что-то. Вот реально все нормально, все хорошо. Мне реально все хорошо, а я вот сидела там, допустим, неделю назад и плакала из-за какой-то истории в универе. Ну, да пошло нафиг, ну, не сдам там с первого раза, сдам со второго. Тем более у меня сейчас есть один план для решения моей проблемы с универом. Я расскажу и поделюсь с ним
когда я все это сделаю, когда закончится сессия. Вот, сейчас не буду говорить. Поэтому да. Поэтому просто жду этого времени, реально просто сдать все, чтобы это все отпустить, все сделать и уехать из Питера отдыхать. Пока я вообще не знаю, какие будут планы на лето, я не знаю, как я буду справлять свой день рождения. Она у меня как раз-таки вот под конец сессии, сессия уже заканчивается, у меня день рождения 25 июня. Не знаю даже, где справлять, тут, в Уфе или где вообще. Не знаю, как сложатся планы, не буду загадывать, конечно же. Вот. Но логичнее, наверное, было бы справлять в Уфе, потому что большинство моих друзей там. А тут... Не знаю, тут сюда, во-первых, не смогут прям все приехать. Ну, короче, посмотрим. Может, я сначала справлю тот, а потом в Уфе. Кто не знает, вообще последние 2 года я не праздновала день рождения. В прошлом году не праздновала, потому что вот это все ЕГЭ не хотелось. Во-первых, 25 июня еще был выпускной. Потом уже что-то, мы там ездили в Магнитогорск, что-то вообще, ну, было не до этого, не хотелось. Вот, потом, до этого... Я не помню, что было, я просто не праздновала. Или я была... Да, я была в Дубае и тоже не праздновала. Короче, да, вот так. И сейчас мне будет 19 лет. Шок. Я не думала, что это когда-то произойдет. И у меня в душе до сих пор лет 14, наверное. Ну, не то, что там не по разуме, почему, а просто вот кажется, как будто я ощущаю себя на 14-16 лет. Потому что для меня там лет 13 19-летние казались офигеть такими взрослыми, с квартирой, с машиной. Просто я. Да. Ну, в общем. И хочется, наверное, спраздновать как-то хорошо, нормально. Потому что 2 года я не праздновала, хоть это не какая-то круглая дата или еще что-то. Не 18 лет уже. Но все равно, почему бы и нет, почему не устроить праздник, если есть желание. Хотя... Кто знает, может, у меня опять через месяц пропадет желание, и мы просто куда-нибудь сходим покушать, и все. Ну, короче, посмотрим. Не люблю загадывать, потому что все меняется со скоростью света, все планы, все, что не зависит от тебя, меняет все твои планы. Короче, так вот. Сейчас я засняла 2 рилса, ну, не 2 рилса, а 2 шотса. Короче, там все сделала по работе, что нужно, и пойду доделать учебу. Кстати, хочу сейчас вам показать, подождите. У нас задание, которое нужно будет сдавать в четверг. Групповое. Меня просто еще раздражает тот факт, меня раздражает факт, что под конец семестра все преподаватели как-то немножко так, и наваливают кучу заданий, просто из ниоткуда не появляются. Вот, и приходится все самотохи быстрее делать. Короче, смотрите, я делаю сайт Longread. Интересно, это видно или нет? Про сохранение исторической памяти Санкт-Петербурга. Вот. Конечно же, я вообще не профи, я не умею работать с тильдой. Но мне просто нравится как-то красиво оформлять, что-то делать. Тем более тут вообще не полная подписка, но все-таки захотелось поделиться, что у нас тут получается. Подождите-ка. Нажать читать. Вот можете почитать про Санкт-Петербург. И тут тоже будет текст. Ну, короче, вот так все. Мне нравится, как получается. Это, короче, о том, о чем мы занимаемся в универе. Одно из нормальных так, заданий и предметов у нас СМИ. Хотя мы учимся на рекламе, не знаю, почему у нас СМИ, но... Ну ладно, пропустим этот факт. Короче, да. Скорее бы эта учеба закончилась, вот реально, и все просто. Такая свобода будет. Ну все. Я, наверное, буду заканчивать этот влог. Монтировать его, выложу. Всем спасибо большое за просмотр. Спасибо, что вы остаетесь со мной. Вообще, спасибо за все. Не забывайте подписываться на мои соцсети, на мой YouTube. Всем пока-пока.